Начало февраля балует жителей Тверской области достаточно высокими температурами. Как отмечают метеорологи, нынешняя оттепель, пожалуй, самая продолжительная за всю зиму. Впрочем, доставать весеннюю одежду кажется еще рано. Тем не менее, синоптики заверяют, окончание зимы уже не за горами. Никита Васильев продолжит. Эту зиму, говорят синоптики, уже можно назвать образцовой. Комфортная температура, большое количество снега, практически полное отсутствие дней с оттепелью. На протяжении первых двух месяцев зимнего сезона лишь изредка столбики термометров подбирались к отметке в 0 градусов. И вот, наконец, в начале февраля впервые средние температуры воздуха в Тверской области держатся в районе и выше 0. Притом на протяжении сразу нескольких дней и по всему региону. Причина тому – мощный атлантический циклон. Центр циклона расположен над Баренцевым морем. Мощное барическое образование, которое особо никуда не уходит, вращается, да, вокруг себя, закручивается. Вот, и постепенно нам подкидывает влажный воздух с Атлантики. В итоге, поясняют метеорологи, над центральной частью России сейчас наблюдается так называемый западно-восточный перенос. У теплых воздушных масс, захвативших центр страны, нет никаких препятствий. И так как потоки эти в основном юго-западные, синоптики, пусть и осторожно, но все же говорят о первых предвестниках грядущей весны. Впрочем, о скором окончании зимы говорить все же еще не приходится. Мы все-таки территория северная. Зима у нас может быть и в марте, и такая хорошая зима. И вернуться может, и постоянно практически это происходит. И апрель месяц, половина апреля тоже у нас может быть и снежный, и морозный. В любом случае сильных и продолжительных морозов в Тверской области ждать, кажется, уже не приходится. Зима вступает в свою заключительную фазу и совсем скоро начнет передавать свои полномочия весне. Однако, если перефразировать известную русскую поговорку, весеннюю телегу готовь, но о зимних санях пока не забывай.